Всем привет, мои дорогие! Как меня видно, как меня слышно? Давайте с вами проверимся, чтобы у всех все было хорошо. О, даже Коля ко мне пришел, очень приятно. Забежал, да? Ну что ж, сегодня у нас с вами пойдет мини-планерочка по новому обучению. Я ее решила сделать сегодня, чтобы в течение выходных все успели посмотреть. И кто хочет побыстрее пройти новое квестовое обучение, мы старались его, создавали. Поэтому я думаю, что вам будет очень интересно. Поэтому мы решили прям в выходной день, очень непривычно для вас, но мне кажется, что лучше сейчас, чем в понедельник, потом со вторника начинать и так далее, и так далее. У кого-то будет 2 дня в запасе, и люди будут рады. Итак, смотрите, новое квест-обучение, почему именно квесты, да, потому что топ-лидер, он уже не просто работает, не просто рекрутирует, топ-лидер уже у нас с вами будет выполнять задания. Задания какие? Да? В плане того, что вы будете уметь у нас и планерки проводить, и вебинары проводить, да, то есть и стримом заниматься и так далее, и так далее. Да? То есть квесты реально будут заданием, реально у вас будет драйв, потому что многие, есть люди, которые боятся звонить, боятся проводить, боятся оповещать и так далее. Поэтому, конечно, через тебя в первую очередь нужно уметь переступить, чтобы стать драгоценным директором. Да? Драгоценный директор – это тот статус, когда вы становитесь директором директоров. И вы не умеете, как вам даже сказать, вы не имеете права не уметь обучать свою команду, потому что, во-первых, платятся не только большие деньги, не только вы будете ездить каждый год за счет компании, да, на крутой отдых, да, 5-звездочный отель, не только, вы еще и приобретете команду, команду, которая будет на вас смотреть, для которой вы будете примером, и это очень важно понимать. Что делаете вы, то делают ваши люди. Это дублицирование. Понимаете? Вот, поэтому новое квест-обучение, оно будет доступно, вот этот вебинар, он открытый, он будет доступен для всех, да, то есть, но объявление по чату мы не подавали, значит, называться он будет «Прокачай себя как лидер», только для топ-лидеров проекта Faberlic Online. Итак, давайте же с вами начнем. Да, планерочка будет действительно мини-мини, поэтому мы с вами очень быстро пробежимся по целям. Вот, планерочки, значит, что хочется сказать. Квест обучения, оно у вас будет доступно в закрепе, в каждом чате, да, то есть вот самое интересное, это когда мы с вами будем выполнять квест и переходить в новый чат для нового квеста. Мы решили сделать так, потому что это здорово, да, видеть выбившихся вперед умничек, это самое классное и самое приятное. Сразу отвечаю на вопрос. Директора могут участвовать, могут проходить квесты. На второй квест никто не пройдет, пока не выполнит первый квест, даже если вы директора. Да? Почему? Потому что если вы не прошли, к примеру, первый квест, значит, вы это не умеете, чего вы научите структуру, как вы станете драгоценным директором. Да? То есть тут все разложено по полочкам. Все знания, которые мы с Николаем дадим, они очень вам пригодятся. То есть обучение делает драгоценный состав проекта Faberlic Online. Да? Только драгоценный состав. Итак, цель наша с вами, да, как мы обсудили уже, это драгоценный директор. Вы обгоните своих наставников, если они будут зевать. И это будет здорово. Да? Далее. Квесты не должны мешать ежедневному рекрутингу, которому надо уделять минимально 1,5 часа в день и в идеале 2,5-3 часа в день, да, то есть мы сталкивались с тем, что когда мы проводили марафоны интенсивы, люди, вроде бы там всего 6 занятий, но люди вот на 2 недели просто уходили в себя, и не рекрутировали. И потом они не видели прироста в своей команде и говорили, ничего не работает, да, то есть вот чтобы так.
не было, сначала отрекрутируй 1,5 часа в день, да, по обучению. Это обучение новичков, это обучение по марафону, да, то есть вы сами должны понимать, да, то есть если вы, допустим, вбили себе в голову статус, там, к примеру, бриллиантовый директор, да, там, то тогда вам нужно обязательно до уровня бриллианта не переставать рекрутировать, и это очень важно. Далее, значит, рекрутинг у нас с вами бывает различный. Да, все вы знаете, что сейчас у нас просто огромная куча рекрутингов и не только сообщения в личку, да, у нас уже это дело отходит на задний план, и для топ-лидеров, да, уже можно делать стримы, да, то есть вы, допустим, приглашаете друзей на свою страничку, делаете стримы, и люди к вам просятся сами. Это очень важно сейчас вот понять этот переходный момент, когда вы с рекрутинга, да, с ручного рекрутинга переходите на более качественный, легкий рекрутинг, но регистрации и качество регистрации у вас улучшается со временем, со временем, со временем, да. То есть, чтобы мне сделать свой бренд, свой статус, мне понадобилось, как вы понимаете, практически 4 года в компании Faberlic, да. Мой YouTube начал мне приносить регистрации по бизнес-роликам только тогда, когда я начала снимать очень много видеообзоров по своим заказам, да, то есть, ну, все карты не буду раскрывать сейчас на первом занятии, да, но я вам честно скажу, что я буду предельно откровенна, предельно требовательна и предельно придирчива, да, придирчива буду к вам до такой степени, чтобы вы у меня были самые лучшие топ-лидеры и самые лучшие драгоценные директора, самые ответственные, самые заботливые. И для меня это очень важно. Поэтому так, девочки, давайте проверимся звук. Плюсики-минусики поставьте. Хотя бы 10 штучек мне поставьте, плюсиков-минусиков. Есть звук, да? Все, хорошо, поняла. Значит, квесты не должны мешать ежедневному рекрутингу. Если они мешают ежедневному рекрутингу, значит, мы сначала рекрутируем, оставшееся время выполняем. Лучше не успеть выполнить квест, да, чем пропустить день рекрутинга. Вот это очень важно сейчас вам понимать, прям супер-мега важно. Вот. Я думаю, все вы понимаете, что такое накопительный эффект, что такое пик энтузиазма у новичков. Да, у новичка в первые 72 часа идет как раз пик энтузиазма, когда в него нужно вложить время и зарегистрировать под него желательно активного человека. То есть за 3 дня под него нужно обязательно найти активного человека, иначе вся система построения просто не будет у вас так хорошо работать, как мы рассказываем про ее, как бы, да, хорошую работу, про хороший рост, да, систему построения. Система построения, она хороша тогда, когда вы ее понимаете полностью, когда лидер, да, имеет 2 регистрации в каталог, так с кем же ему работать, да? Да, то есть, когда лидер плохо ведет свой чат и не добавляет туда новых людей, когда чат молчит, так о каком же, да, о каком же росте может идти речь? Поэтому, конечно, мы с вами будем очень досконально, очень дотошно все изучать. И самое главное, это, конечно, рекрутинг. И никогда про него не забывайте. Квесты вы можете пройти тогда, когда у вас будет время. Конечно, чем быстрее, тем лучше, да, но вы можете свое время распределять так, чтобы не было проблем с рекрутингом. Ограничения не будет. Ограничения не будет, потому что вы уже топ-лидеры, да, вы уже не новички, и если уже вы смогли выйти на уровень 12%, значит, вы смогли себя организовать. Поэтому организовываем, конечно, приз будет крутой, и кто туда не захочет, да, то есть распределение рекламы, регистрации от рекламы от основателей проекта. Да, то есть мы можем между вами регистрации распределять. Вот это тоже нужно понимать, что мы вам будем помогать. Да, то есть когда вы делаете 100 баллов в компании Faberlic, компания Faberlic под вас там 1-2 регистрации в каталог проводит. Кому-то по одной через день, смотря от региона. Да. Тут мы будем всегда делить поровну. А мы постараемся занять
хорошую нишу в рекламе, и, может быть, вам даже будет приходить очень много, может, и по 10 даже регистраций в каталог, да, и вы должны понимать, что мы будем стараться над качеством региона, чтобы так помогать, чтобы так награждать своих топ-лидеров, они должны уметь все, и проводить планерки для этих людей, которые к ним придут и уже были до распределения рекламы, и, конечно же, уметь созваниваться с каждым человеком, иначе смысл, да, то есть просто вот оплати рекламу, чтобы тебе в первую линию люди падали, но да, не работай с ними. И смысла нет абсолютно никакого в платной рекламе, да, то есть таким вот образом. Поэтому давайте с вами дальше будем идти. Хочется побыстрее вас отпустить, потому что сегодня суббота. У нас завтра, кстати, будет, как его, форум. Я завтра пойду на форум. Так, сразу же хочется предупредить, что меня не теряйте, пожалуйста, завтра. Я вам не буду отвечать, но я буду выгружать огромное количество фотографий с форума своего. Вот, у нас будет в Кирове форум проходить. Я буду с командой, мы потом еще вечером, скорее всего, идем в ресторан с командой и так далее. Вот, значит, следующее. У нас с вами будет 15 квестов. Я не уверена, конечно, вот, но пока что я придумала для вас 15 квестов в своей голове. А три квеста придумали директора на совете директоров. Спасибо девчонкам огромное. Ну, а остальные квесты пока я сама придумала. Вот. Если по выполнению что-то будет непонятно, мы задаем вопросы в чат. И сразу же будет планерка или разъяснительное подробное видео. А тут что нужно понимать, да, дорогие топ-лидеры, я уже с вами разговариваю как с будущими драгоценными директорами. Если вам что-то непонятно, если у вас что-то не получается, и вы любите, да, обижаться на своего наставника из-за этого, что у вас что-то не получается. Так вот, ни мы, ни наставник знать об этом не будем, если вы об этом не скажете. Да? А когда мне в личку пишут, со мной не работает вот этот директор, со мной не работает мой наставник, да, то есть, и когда мне перекидывают директора скриншоты, что Аня Кононова со мной не работает, да, то есть, а как Аня Кононова с вами будет работать, если вы мало вопросов задаете? Где я вас возьму и как я пойму, что у вас есть какая-то проблема, если вы говорите или ничего не говорите? Я смотрю на вебинар, ходит человек, да, то есть это делает, то делает, вроде бы регистрации проводит, все хорошо, но человек мне не пишет день, не пишет два, не пишет три, кто-то не пишет целую неделю, а потом говорит, а со мной никто не работает. Так вот, не на своих, в первую очередь, да, настоящий топ-лидер находит сам себе информацию, задает вопросы наставнику, а не сидит молча и не обижается, что наставник не догадался о вашей проблеме. Поставьте плюсики, потому что это очень важно. Это очень важно. Поэтому, если вам что-то непонятно, сразу будет планерка или разъяснительное подробное видео, в котором будет вам все четко, ясно, просто и понятно, если вы дадите знать о своей проблеме, о том, что у вас это не получается. Вот. Мы рядом с вами, мы заинтересованы в вашем росте. Да? Сами понимаете, что работа по найму – это что? Это когда вы поднимаетесь по карьерной лестнице, а вас все хотят подсидеть. А сетевой же маркетинг, количество вакантных мест не ограничено, это во-первых. Во-вторых, чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываем мы. Мы напрямую, как вам даже сказать, заинтересованы в том, чтобы вы как можно больше зарабатывали. Ну, а то, что в этом заинтересованы вы, я даже и не сомневаюсь, так ведь? Ну что ж, поехали идти с вами дальше. Значит, смотрите, чем вы быстрее выполнили квест, тем вы быстрее перейдете на новый квест. Качество квеста строго проверяется основателями проекта. Обучения рекрутингу не будет, это школа новичка и интенсивы марафоны. Все вы знаете, что у нас с вами прогремела куча интенсивов марафонов, да, то есть сейчас до второго каталога 2019 года марафонов не будет, это последний марафон в этом году, который проводит, да, проводит Танюша. Итак, смотрим с вами, что же дальше.
На все вопросы основатели проекта будут отвечать только в чате топ-лидеров. Не нужно заваливать, пожалуйста, в личку, так как этот вопрос, если он есть у вас, да, то он есть и у других людей вашей команды. И дело в том, что когда 10 человек задает 10 одинаковых вопросов в ЛС, это говорит о том, что человек стеснительный, может быть, перебороть, написать чат или еще что-то, да, то есть боится показаться глупым, или боится там, да, в чате идет какая-то переписка, и человек боится туда вот, да, то есть втиснуться, чтобы, дабы не помешать. Так вот, переписка может никогда не заканчиваться в чате, а если вам нужно узнать ответ на ваш вопрос, то самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. Если у вас есть какой-то камушек на дорожке, из-за которого у вас что-то не получается, то отопнуть его и пойти дальше вы просто обязаны как лидер уметь. Обязаны уметь как лидер выбивать для себя информацию, доставать для себя информацию, трясти своих наставников. Да, то есть у меня бывали случаи, низкий поклон таким лидерам. Я приведу пример, когда мне девчонки говорят: «Аня, меня нету в этом чате, посмотри, что там не так, Аня, там, допустим», ну, любой вопрос, да, я говорю: «Да-да, хорошо, меня кто-то перебивает, мне кто-то звонит», да, то есть и получается я бац-бац и забыла, да, про человека и не добавил его, к примеру, в чат. Да? То есть, и что у нас с вами получается? Кто-то обиделся, промолчал, кто-то говорит: «Ань, ё-моё, полдня жду чата». Я: «О, точно! Спасибо огромное», да, то есть я таким лидерам очень благодарна, потому что всякое бывает. Сами понимаете, что на проекте у нас, Николай, сколько у нас на проекте людей? У меня в команде, ну, где-то около 40 тысяч, да, может, 35-45. Я вот, честно, даже не распечатывала вот таким образом, не смотрела давно. Вот, да, то есть, и вы должны понимать, что, допустим, нас с Николаем очень часто заваливают вопросами, да. То есть мы иногда с утра встаем, да, и у нас, ну, вот так, несколько сот непрочитанных. И вы должны давать нам скидку. И если что-то где-то не так, продублируйте вопрос. Да, то есть это самое важное, да, что у нас с вами будет в чате топ-лидеров. И не только его продублируйте, а, допустим, через никнейм. Да, ставите мой никнейм, потом пишите: «Я вижу вот эту вот штучку, да, что это обращено ко мне», и я уже иду целенаправленно смотреть. Так ведь? Вот, значит, помогать друг другу очень приветствуется, но если вы помогли друг другу неверно, то я буду поправлять вас. Но это очень приветствуется, я буду видеть, кто у нас из топ-лидеров, самый классный, самый отзывчивый. Это тоже для нас важно, мы будем за этим наблюдать. Вот, значит, далее. Значит, на все вопросы основатели проекта отвечают только в чате. Вот, значит, не выполнили квест хорошо и качественно, по мнению основателей, да, переделываем и не спорим, потому что мы желаем только роста, только, поняли? Только роста. Ничего другого мы вам не желаем. Мы не хотим к вам придираться, мы не хотим вас ругать. Не поняла, Розочка. Да, в чате топ-лидеров все вопросы задавать. По теме квестов, конечно же, в чате топ-лидеров задавать вопросы, да. То есть мы не хотим вас вредничать, придираться. У нас никогда не бывает плохого настроения. Мы всегда заинтересованы в вашем росте. И если что-то пошло не так, и мы сказали: «Это переделать, это переснять, у тебя там грамматические ошибки в посте и так далее, да, у тебя не такая фотография», не нужно идти к наставнику и говорить: «Меня раскритиковали, я ухожу». Да, то есть это смешно. Мы с вами идем на статус драгоценного директора, поэтому возьмем себя в руки и пойдем. Я думаю, результат каждому понравится. Так, значит, первый квест могут начать проходить все. Все с уровня 12% и до уровня драгоценного статуса. Да, то есть даже директора могут участвовать, но директора в распределении рекламы уже не участвуют. Потому что, ну, директора уже хорошие деньги получают, сами себе могут оплатить. Ну, Валечка, я имела в виду сейчас, что вот про невыполнение квестов, что девчонкам, действительно, марафонщицам, нашим любимым, дорогим марафонщицам, я не знаю, они просто моральные герои.
потому что им так влетало от капризных, реально капризных людей. Там она ко мне тут придирается, там придирается. Они не понимают, что это забота. Что, допустим, если она проверяет сегодня за день 90 человек, да, это представьте, если на каждого хотя бы по, там, по 10 минут проверить, да, то есть сколько это минут, да, в день, 900 минут, сколько это часов в день она уделила, она каждому отписалась, у кого что не так, а человек обиделся, да, то есть, ну, ё-моё, давайте будем делать скидки, и если мы советуем, и вам непонятен этот совет, и непонятно почему, вы спросите, а почему? Не надо молчать, если вы считаете, что вы правы, вы спрашиваете, почему? Почему так? Почему сяк? Почему? А вот что в моем, да, что у меня не так? Да, то есть не бойтесь выбивать информацию. Бойтесь не понять, почему тебе так сказали, и ты вот это не понимаешь, значит, что-то где-то какая-то несостыковка. Вам про эту несостыковку сказали, но вы не понимаете, почему. Вот, да? То есть нужно выяснить проблему на корню и обязательно, обязательно эту проблему прямо вот добиться ответа, чтобы вы действительно поняли. Вы действительно поняли. Вот, это очень важно. Поэтому, знаете, мы желаем вам только роста. Так, значит, могут проходить начать все, да, все директора. Такое, не знаю сейчас, что скажут директора, но я решила сама для себя, что если директора хотят попасть и смотреть, кто из их топов обучается, идет, да, по квестам, они сами должны выполнять эти квесты и сами должны сдавать задания. Просто главный приз у них будет рост, да, а у топ-лидеров главный приз будет и рост, и, как даже сказать, и реклама, да. То есть директора в квесты не попадут и даже не будут знать, что там за квесты. Я надеюсь, дорогие топ-лидеры, которые будут проходить по квестам, не будут баловать директоров и не будут им отправлять ссылочки на эти квесты, на эти задания, да, а будут честно проходить и говорить, если ты хочешь уметь то, что умею я, проходи квест, да, то есть давайте с вами, дорогие топ-лидеры, будем честными даже по отношению к своим наставникам. Если ваш наставник узнает больше, да, узнает то, чего знаете вы, да, то я думаю, это будет очень даже хорошо, если мы с вами еще и прокачаем некоторых директоров. Вот, поэтому директора в квестовое обучение не попадут ни на второй, ни на десятый квест, если, да, каждый сам за себя, да, мы команда, но тут, как говорится, не вредничайте своим наставникам. Иначе будет, ну, просто вот вы сами понимаете, вы будете умнее своих наставников, а так оно не должно быть. Вот, ну, в принципе, конечно, имеете на это право. Каждый человек имеет право на лучшее, да, на то, что он хочет, в принципе. Зато пойдем, вот, Валя, молодец. Вот, Валентина Щенникова не только взяла быстрый старт, но еще и суперлидер. Прямо супер лидер за главной буквы. Ее вот высказывания, ее вебинары прям до глубины души меня всегда достают. Очень глубоко, да, то есть были моменты, когда и я как-то, знаете, была такая расстроена или еще что-то. Валя меня всегда прям со дна доставала и так пенделини мне выдавала, как это называют, пенделини активити, да, мне выдавала, и я снова начинала работать, я снова понимала, поэтому вот, пожалуйста, вам яркий пример, когда, да, то есть новичок достает своего наставника так, что наставника окрыляет. Вот вы какими должны быть, понимаете? Вы должны быть такими, что не только должны уметь окрылить свою команду, но и своего наставника, да, то есть вот так вот. Вот это нужно обязательно понимать. Если вы хотите стать драгоценным директором, то иногда и наставника своего нужно уметь поддерживать, да, для того, чтобы у вас в итоге тоже все хорошо получалось. Так, значит, будет табличка для отчета. Я не сказала. Во второй квест, да, то есть первый квест для всех топ-лидеров. Открыли 12%, попали в чат топ-лидеров. Можете выполнять квест. Второй квест, попадут только те топ-лидеры, которые имеют
полноценный отрыв от веточки наставника или выстроили свою структуру сами. У нас большинство топов, мне кажется, таких, что сами структуру выстроили, и большинство директоров, кто сами структуру выстроили, это да, это факт. А, да, то есть, потому что если человек не хочет обучаться, ему выстроить структуру, он все равно ее не оценит, скажет, ну, да, работать там с ними, ой, да их не я привел там, да, и начинается. Банкомат только хотите, ходить хотят. Вот, значит, полноценный отрыв и забирает свою объемную скидку. То есть минимально делают 50 баллов, да, то есть вы должны забирать, уметь свои выплаты, показывать выплаты своей команде и так далее, и так далее. Там уже как бы это даже не обсуждается. То, что вы зарабатываете деньги, да, там на 12%, на 15%, на 19%, и не делитесь этим со своей командой, сразу же камушек в ваш огород, потому что вы мотиваторы. В мои чеки очень много кто уже не верит, очень много кто говорит, подрисовала нолик и так далее, и так далее. Ну, я вот еще хочу один подрисовать, но пока вот что-то не получается, но подрисую. Вот. Значит, смотрим с вами дальше. А, драгоценный состав проекта будет всегда с вами рядом, но вопросы не по теме не принимаются. Аня, ты, наверное, уже и сама не веришь. Так, много говорю, Кристина, по какой теме вопрос? Не поняла. Да, то есть, смотрите, задали вопрос не по теме, мы будем направлять вас в чат, где его можно задать, или на канал, где его можно взять, или на командный сайт, где это можно скопировать. А, в свои чеки, честно, не верю, потому что за 4 года ну, последняя наша выплата вот за 3 недели была более чем 450 тысяч. Да, то есть пересчитайте на 12 месяцев, это реально огромный доход. Это реально огромный доход. Я не всегда в это верю, потому что каждые 2-3 недели получать такие выплаты для меня, это, конечно, да. И если я прибавлю один нолик, я не знаю. Ну, а в принципе, все в наших руках, кто нам мешает этот нолик, да, нарисовать себя в голове и идти к этой цели. Никто не мешает прибавить ролик и идти к этой цели. Значит, далее смотрим. А какие вопросы не принимаются в чате топ-лидеров? Вот скажите мне, да, то есть сколько минимальный заказ в России? Да, все вы знаете, что на командном сайте для всех людей, даже для тех, кого нет на проекте Faberlic Online, и то они пользуются нашими табличками. Как наши топ-лидеры не будут знать, где можно взять минимальный активационный заказ? Так ведь? Все мы знаем, где он, ответьте мне, на всякий случай, проверка связи. Тишина. Где взять сумму минимального активационного заказа? Пишем, пишем, пишем. Где? На каком сайте? В какой табличке? Да, на нашем обучающем зеленом командном сайте. Молодцы. Вот, далее, значит, да, какая мне помада идет? Маломерит, большемерит, курточка, да, то есть все вопросы по продукции. Сразу же, да, я сразу буду их удалять, да, сразу буду удалять. А в голове, Марин, молодец, я не выучила, честно скажу. Ну, все минимальные заказы всех стран мне тяжело выучить. Вот, значит, далее, дайте видео, как сделать оплатить заказ. Это тоже все, во, Ирина, молодец. Это тоже все в открытом доступе. Все вы знаете, да, акции в открытом доступе. Все у нас в открытом доступе на командном сайте, да. И мы им будем тоже учиться пользоваться. И кто будет задавать такие вопросы, я вам сразу говорю, нарвется на осуждающую планерочку, и будем гонять с вами еще и этот квест тогда, если кто-то не знает наших 5 вкладок на командном сайте. Далее, выполнили последний квест, идете в чат, где основатели, прошу прощения за ошибку, где основатели проекта будут вам раздавать регистрации до уровня директор, как награда за старания. Да, то есть директора могут проходить обучение, но в распределении регистрации не участвуют. Далее, если вы перестаете сдавать отчеты, когда вы уже находитесь в чате после квестов регистрации, о том, что, да, то есть по нашему обучению вы делаете все как положено, ежекаталожно, то вы выбываете из чата распределения регистрации. То есть одна ошибка, вы были, больше вы туда не вернетесь, да.
Все. Значит, ну, грубо говоря, мне не нравится, когда человек говорит, я буду, я сделаю, у меня все нормально, и обманывает, а потом говорит, у меня нет роста. Сами понимаете, самолет летит, да, допустим, самолет дальнего следования, да, там чартер на 11 часов, он летит, он на 1 градус сбился с пути, да, то есть топ-лидер не провел планерку, все, градус сбился, самолет вместо моря там в луже сидит, так ведь? Вот, поэтому нужно обязательно понимать, что если вы сбились с курса, то значит что-то у вас пошло не так, да, то есть поэтому регистрации сразу же прекращаются, значит вы не справляетесь или вам лень или еще что-то, да, вот. Так, значит сегодня, прям сегодня мы дадим вам первое задание плюс табличку для заполнения по отчету плюс табличку, где можете проверить правильность выполнения своих заданий вместе с записью этого вебинара прямо в чат все сделаю и у нас в чате топ-лидеров есть закреп, да, где идет обучение для топ-лидеров, как проводить планерку, как созваниваться с командой, как активно запускать веточку. В общем, там очень много таких полезных вебинаров. Вот, по-моему, даже все мои, если я не ошибаюсь. Да, то есть, ну ладно, об этом поговорим позже. И что у нас с вами получается? Туда же, в этот же документ, я помещу все, что нужно, да, то есть оно будет не в закрепе, а вот в этом документе сверху. И квест первый, и вебинар по квесту первому, он будет актуален, он будет актуален и через два каталога, да, вот у вас через два каталога открылся новый топ, вы ему даете этот документ, первым делом он смотрит меня, мой вебинар, и знает, что у нас есть квестовое обучение. Вот, то есть очень серьезный. То есть он выбирает пойти ему по квестам или просмотреть вот то задание, которое уже есть. Поняли? То есть то задание, которое уже есть, там, в принципе, вы уже станете полноценными топ-лидерами, если вы выполните все, что есть в не квестовом обучении, а в том обучении, которое я создавала, ой, наверное, полгода или год назад. Да? Далее, значит, дадим первое задание, табличку, правильность выполнения, да, то есть туда все закрепим. И срок выполнения задания вы выставляете себе сами. Вы выставляете себе сами, но первый квест, правило первого квеста, это обязательно он должен быть выполнен до 03.11.2014. Потому что мы с вами будем делать отработку каталога. Поняли? То есть сейчас идет конец каталога, и я вас научу, как сделать прирост 600 баллов, да? Ой, а почему 14-й? Не знаю, простите, это опечатка. Да уж, назад в будущее, да? Поэтому мы сейчас с вами будем все смотреть, все просматривать. Вот, и кому что будет непонятно, я опять-таки вас сюда же, в эту комнату, уже без прямой трансляции приглашу и через демонстрацию экрана объясню, если кому-то что-то будет непонятно. То есть первый квест уже готов. Добавляем в закладочки его пока вот так. Вот я вам даю первый квест для тех, кто был на вебинаре и кому не надо смотреть запись вебинара. Да, то есть далее, значит, идет. Когда вы этот квест выполните, табличка на заполнение, да, как даже сказать, вот эта вот сама табличка, где вы сможете себя проверить, чтобы, да, то есть в какой цвет вы покрашен, зеленый, значит, перешел на второй квест, красный, значит, что-то нужно исправить, и там будет подписано, да, все, я думаю, были на марафоне, все знают, как это работает, но я поясню для тех, кто не был, да, у кого хорошо получается рекрутинг, и кто марафоны, в принципе, не проходил у нас с вами, да, то есть вот таким вот образом, да, итак, мои дорогие, какие у вас есть вопросы? Я думаю, что я все понятно, четко объяснила. В этом каталоге только в первый раз выйдет на 12%. Смогут? Да, это для всех. Без разницы, когда человек начнет. Вы можете начать квесты сегодня, а ваши лидеры завтра открывают топ-лидера и начнут завтра, к примеру. Или там через месяц начнут. Без разницы. Квесты актуальны.
Если будет что-то не актуально, то мы будем переснимать и переделывать. То есть там будет всегда актуальная информация. Так, еще хочу вопросов. Все понятно, да? Как настроить тогда, расскажите мне, мои дорогие. Боевой. Оля, да, я помню, ты мне обещала директора. Вы знаете, я предвижу такую ситуацию, что когда вы начнете делать все, что мы вам говорим, а вы до 15-го квеста не дойдете, откроете директора. Вот честное слово. Первый квест строго до конца каталога. Потом будет уже другой квест. Если вы этот квест не успеваете делать, у вас будет другой квест. Он видоизменится. Что-то не верится, да? У меня вот есть такое вот подозрение, что очень много 19% лидеров у нас с вами на проекте, да? И да, это ссылка на отчет по квесту. Коля подписал, едем в Италию. Это Николай создавал. У меня такое есть подозрение. Верить в себя нужно обязательно. Если вы не верите в себя, в своих учителей, в проект, в своих наставников, то и обучаться вы будете абсолютно по-другому, с другим энтузиазмом. Или вы рисуете картины успеха, да, как вы идете по сцене с чеком, да, или вы рисуете картину «У меня ничего не получится, вот у них так получается, у меня так нет». Понятно, что Вселенная вам говорит на любую вашу мысль думайте очень осторожно. Потому что Вселенная на любую мысль говорит, слушаю и повинуюсь. Кто смотрел фильм «Секрет», поставьте плюсики. Кто смотрел, это когда все наши мысли с вами, они сбываются. Поэтому пусть все желания ваши исполняются, но исполняются только хорошие ваши желания, да, то есть, и чтобы Вселенная говорила, слушаюсь и повинуюсь вам только в хорошем направлении. Кто не смотрел, вам задание загуглить и посмотреть, и отписаться в чате топов, что вот я не смотрела, по совету Ани я посмотрела, да, то есть, и, ну, это самый такой легкий, простой фильм, который, ну, нужно обязательно посмотреть, вот, очень мне перевернула мышление книга Джон Кеха «Бедный папа, богатый папа». Вот, очень понравилось. Ой, не Кеха. Ну, ладно, в общем, вы поняли. «Бедный папа, богатый папа» Киосаки Роберт, простите. Вот, и Джон Кеха, там что-то вот, какое-то название, связанное с... Да, Киосаки. Так, ну что, тогда мы с вами стартуем. У всех боевой настрой. Да, подсознание может все. Вот очень мне понравилось, да, то есть вот эти две книжки. И я после этого как-то особо другие даже не смотрю, потому что мне хватило. Я поняла, я прониклась. Да, спасибо вам огромное, девчонки. Иногда, вы знаете, вылетает название книг из головы. Так, ну все, всех целую. Все уже могут добавлять квест первой закладки и начинать действовать. Что-то непонятно. Сегодня я с вами, завтра я ухожу на форум. На форум за чеком за своим. Меня будут награждать. Поэтому не теряйте меня. Да, вечером буду отмечать, а завтра в понедельник уже появлюсь. Да. Да. Ну все. Всех целую. Всем огромное спасибо, что пришли. Что-то непонятно, не забывайте. Сразу будет планерка. А какой прямой эфир, Валюш? А, да, поняла, поняла. Ну все, очень приятно, что вы все ко мне пришли.